Эй, пс, здорово, последняя цифра твоего лайка на этом видео покажет, кто ты из мелом плейграунд, а последняя цифра твоей подписки на мой канал покажет твой предмет из мелом плейграунд, поэтому спускайся прямо сейчас вниз, подпишись и поставь лайк, посмотри на экран, обрати внимание на последнюю цифру твоего лайка и твоей подписки, и напиши в комментариях, кто ты из мелом плейграунд, все просто, если твой лайк 8, а последняя цифра подписки номер 5, то ты лимон с кактусом. Прояви свою фантазию и приятного тебе просмотра. И здорово-здорово, дорогие друзья, ты на канале Меланфонг. В этом видеоролике мы с тобой поговорим про обновление 25.5 в Мелом Плейграунд, которое вышло абсолютно на всех устройствах. А в этот видеоролик попали вот эти комментарии. И если ты хочешь, чтобы твой комментарий попал в мой следующий видеоролик, то просто выполни несколько достаточно простых условий. Первое, обязательно тебе нужно поставить лайк под этим видеороликом. Второе, тебе обязательно нужно подписаться на мой канал. Третье. Напиши свой топовый комментарий от 3 слов и более. Ну и не забудь подписаться на наш телеграм-канал, ссылочка будет в закрепленном комментарии. Что ж, я не буду тянуть твое время и приятного тебе просмотра. Итак, дорогие друзья, вышло обновление 25.5 официально на всех устройствах, в том числе на устройствах iPhone. Так что если вы еще не обновились до обновления 25.5, то я рекомендую это сделать. И что же нового в обновлении 25.5? Во-первых, поменяли changelog, который был в главном меню. Теперь вы можете увидеть все новости и все изменения в обновлении 25.5. И давайте обсудим все изменения по порядку. В первую очередь были добавлены два новых седа, которые работают на самом деле просто великолепно. Об этих седах было известно еще ранее, однако они не были рабочими. Первый сид называется Fallout. Теперь ты можешь добавить на бесконечный город новый сид под названием Бесконечная пустыня, что на самом деле очень круто. Работает он без каких-либо проблем, и на самом деле багов я не нашел. Честно, мне не хватает немного деталей на этом сиде, однако то, что он уже есть, это тоже очень здорово. В целом это просто бесконечная пустыня с холмами на заднем фоне. Опять же присутствует дефолтный эффект параллакса, который есть на абсолютно всех картах. Также мы видим какие-то дюны и какой-то туман на заднем фоне. Ну и конечно же эта карта и этот сид не имеет каких-либо ограничений. Ты можешь как попасть на космос, так и бесконечно кататься по этой пустыне в поисках, например, воды. Также был добавлен еще один очень интересный сид. Раньше он опять же не работал, однако о нем было известно. Этот сид добавляет новую интересную карту, бесконечную какую-то красную местность. В целом очень здорово, что фон остается полностью красным, однако все предметы, которые помимо этого фона находятся на этом сиде, они работают как обычно, то есть цвет у них сохраняется дефолт. Это тоже очень забавно и очень интересно. Напиши в комментариях, может быть, ты нашел какие-то пасхалки, секреты про это обновление или про этот сид, и ты сможешь попасть в мой следующий выпуск про секретные какие-то факты и мифы про новое обновление. Также в новом обновлении было добавлено новое достижение. Оно называется To Infinity and Beyond. Чтобы выполнить это достижение, достаточно просто лететь на кнопочке Follow в космос, и так или иначе, ты рано или поздно получишь это обновление. Честно, мне не хватило еще парочку достижений, было бы здорово, чтобы разработчики этим занялись, потому что про бесконечный город, в принципе, про бесконечную карту можно придумать очень много достижений и очень много интересных пасхалок, однако этого мы пока не увидели. Также теперь добавлено было изменение дня и ночи динамически. Ты можешь настраивать смену дня и ночи как тебе удобно, допустим, чтобы день и ночь сменялись раз в час. Кстати, это максимальное значение. Мне кажется, было бы здорово, чтобы это значение делилось на часы, допустим 2-4 часа, как в сутках, и по сути Мелом Плейграунд повторял бы реальный день у всех людей на планете. Было бы это очень интересно, однако пока это реализовано таким вот образом. В целом ты можешь поставить таймер, ты можешь отменить вообще в принципе автоматическую смену дня и ночи, и в целом работает это довольно таки интересно. Честно говоря, мне не хватило каких-то деталей, допустим, чтобы ночью появлялась луна или чтобы ночью появлялось солнце, ну это как пример. Но опять же,
возможно, я просто многого требую. Не хватает каких-то теней и, в принципе, каких-то деталей про смену дня и ночи, потому что здесь много можно чего придумать. Но главная идея и идея уже положена. Возможно, разработчики что-то изменят в будущем. Что ты думаешь по этому поводу, обязательно пиши в комментариях. Оцени от 1 до 10 это обновление и, в принципе, это нововведение. Лично я пока оцениваю это на 8 баллов. Не хватает просто-напросто деталей. Также в новом обновлении был добавлен новый ограничитель. Теперь, когда ты ставишь любую постройку или предмет на карту, и если этот предмет будет за пределами карты, то, по сути, у вас будет появляться ограничение. Предмет будет выделяться красной зоной, если он находится за пределами карты. Это сделано для того, чтобы ограничить вас от случайных лагов и случайных багов. Допустим, если ты пытаешься поставить какую-то новую огромную постройку за пределами карты, очень часто раньше у вас просто-напросто вылетала игра по причине того, что объекты начинали ломаться. Сейчас игра старается вас предупредить о таком возможном исходе. Однако ты можешь игнорировать это предупреждение и просто-напросто ставить по своей воле любые предметы. В целом это очень крутое и, хотя незначительное нововведение, но реально очень полезное, потому что лично у меня были такие случаи, когда я ставил огромный предмет или постройку на карту, и когда я просто-напросто не замечал, как я его ставлю, то все просто-напросто вылетало по причине того, что постройка очень сильно ломалась. Так что это очень полезное нововведение, которое спасает меня по сей день. Оцени, пожалуйста, это нововведение от 1 до 10 в комментариях. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Ну и последнее нововведение в этом обновлении – это изменение мод-эдитора. И хотя мод-эдитор изменился незначительно, как вы можете подумать, однако эти изменения есть, и они достаточно интересные. Во-первых, у нас добавилась новая функция, которая называется спрей. Теперь ты можешь добавить абсолютно любой спреющий как бы предмет, как бы это ни называть, распрыскивающий, так сказать. Возможно, это будет какой-то огнемет или, возможно, просто водяной пистолет. Теперь ты можешь менять это абсолютно как тебе угодно. Загружать свои текстуры, загружать свои эффекты, загружать свой звук на этот спрей. В целом, очень интересно. Допустим, ты можешь сделать огнемет зеленым или просто-напросто каким-то синим, и пламя из огнемета будет синим соответственно. Также ты можешь поменять не только цвет огня, ты можешь поменять цвет воды, или в принципе это будет эффект, который замораживает ваши предметы. Теперь ты можешь создавать, допустим, замораживающие пушки. Это очень прикольно. Также поменяли хитбоксы, когда ты ставишь в мод-эдитере какой-либо предмет. Теперь ты можешь не только редактировать хитбоксы по ширине и высоте. У тебя появляется небольшой ползунок сверху хитбокса, при помощи которого ты можешь удобным тебе способом перетаскивать ограничение хитбокса для любого предмета. Для меня это было очень удобно, потому что каждый раз, когда я создавал либо мод, то я очень часто просто-напросто ломал границы хитбокса. Сейчас этой проблемы по сути нету, потому что при помощи ползунка я могу удобно перенести хитбокс так, как мне нравится. Допустим, если я его заранее настроил. В целом для креаторов это очень крутое и полезное нововведение. На этом обновление и нововведение заканчиваются. Оцени это обновление от 1 до 10 в комментариях. Лично я бы оценил это обновление на 8 баллов. Все не так уж и плохо, однако мне просто-напросто не хватило глобальности. Что ж, на этом мой видеоролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока и помню, дружище, как всегда, увидимся на днях.